открываем памятную доску нашему герою, нашему соотечественнику, человеку, которому мы все обязаны своей свободой, своей независимостью. Михаил Сиволап родился и рос в Херсонской области, но в первый класс пошел здесь. Семья мальчика переехала в Семцы, когда ему было 7. Я его видела мальчишкой любознательным, скромным, добрым, отзывчивым. Ну, конечно же, и шалости он допускал, но он был очень безобидный мальчишка. Вот у них в классе была девочка Аня. Эту девочку иногда бежали, он всегда за нее заступался. После школы – армия, работа, свадьба, рождение дочери. Со слов сестры Михаила, за линию фронта он отправился добровольно осенью прошлого года. Защищать мать, двух сестер, племянников. Хотя был такой момент, что я его отговаривала. Он сказал, что он рожден в семье женщин. Вот как он один мужчина, он должен пойти и стать на защиту своей родины. Мужчины должны защищать свои семьи, своих родных, своих близких, но прежде всего свою родину. Михаил Сиволап исполнил свой воинский долг. Ценой собственной жизни спас боевых товарищей. Для всех, кто его знал, он остался надежным другом, образцом мужества и стойкости, таким же, как Алексей Королев. Они с Лешей за одной партой сидели, они вместе ходили в школу, вместе возвращались со школы, вместе дрались, вместе ругались, вместе мирились. И вот получается, что и там они соединились, как мы говорим, на небесах. Александра Савельева, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Почепский район.